І ми таки знову вас вітаємо в ефірі Євгенія Костіна, Андрій Глухенький. У нас огляд закордонної преси і останніх таких важливих топових новин новостей країни. Так. І, власне, по версії обозрівателя. Да. Почнемо з заборони георгіївської стрічки. Ну, діло в тому, що да, Верховна Рада наконец-то вийшла з канікул, з весенніх, почала наконец-то роботу. Сьогодні продуктивно весьма. І от вони досиділись аж до половини шостого, ще засідання не закрите. Ну, один із самих таких ярких законопроектів, які були прийняті в цілому, 238 народних депутатів. Андрій, от тепер розказуй про що. Заборони. Георгиевская лента стала в Украине символом русской оккупации и агрессии. Она имеет вид полоски с тремя черными, двумя желтыми и оранжевыми полосами. Говорится в пояснительной записке к законопроекту, которым предусматривается запрет на изготовление и пропаганду георгиевской, она же гвардейской, ленты в Украине. Тобто про це говорится в материале на сайте «Обозреватель». Пропагандою вважається публічне використання, демонстрація, носіння, а також розповсюдження георгіївської стрічки та її зображення. За рівнем громадської небезпеки це правопорушення вважається, ну, воно буде відносно до адміністративного, яке передбачує адміністративне покарання. Це штраф. Так. Адміністративна відповідальність за публічне використання, демонстрацію, носіння або розповсюдження передбачає, ну, типу, да, штрафи. При люди, які побачили це, можуть звертатись до правоохоронних органів, робити заяви. Штраф від 50 до 150 мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, які містять її зображення. Тобто не радить, в такому випадку не раджу такі стрічки клеїти на автомобілі і якусь цінне рухоме та нерухоме майно, скажімо так. Повторне скоєння такого правопорушення передбачає штраф від 150 до 300 мінімумів, які не оподатковуються, або адміністративний арешт на термін до 15 діб з конфіскацією, знову ж таки, стрічки або предметів, які її містять. Угу. Ну, тобто, можна навіть на 15 діб потрапити в місця, так би мовити, не так далекі, або отримати, ну, дуже непогану, так би мовити, місце прикладання ваших вільних фінансів у випадку використання угу. подібних речей. Ну, нагадаємо, що в перші половині дня ми їздили. Вообще очень странно. Хотя, с другой стороны, ты помнишь, когда были 9 мая заварушки в Одессе, ну, в Днепре, в Мариуполе, в Киеве и так далее, в других городах? Самая сложная ситуация была в Днепре, за что, ну, не знаю, виновные понесли наказание не до конца, мы еще будем с этим разбираться. Я надеюсь, что специально обученные органы тоже, да, дадут свою правовую оценку в том числе. Там были задержания, да, в Днепре, и одну женщину задержали как раз, по-моему, женщину или не женщину, за как раз георгиевскую ленточку. То есть на основании чего ее задержали? Ну, следство. Такое, в таком случае. Ну, то есть вопрос, да? Жінка, ну, тем не менее. Жінка, але да. Ну, були прецеденти. Я опять сворачиваю в трубочку. І ми бачили так, що це неодноразово використовувалася символіка, доволі часто це використовується як провокація, ну, ми це про це добре знаємо, як демонстрація пасивної або навіть активна демонстрація підтримки певних дій країни-агресора. Про це неодноразово говорили, виникали конфліктні ситуації, хлопці і дівчата, які активно проти використання символіки ворога, заявляли до правоохоронних органів, mm-hmm. далеко не завжди було реагування, як вони самі про це розповідали. Зараз ми бачимо, вже є чітко встановлені норми, які регулюють покарання за такі правопорушення. Yeah. Ну, тепер подивимося, наскільки вони будуть виконуватися в даному випадку. Ну, теперь перейдем к обзору западной прессы. У нас США, Великобритания, немножко Италии и даже Таиланда, о котором пишут другие, да, издания, как раз европейские и американские. Ну вот, честно говоря, ну, следила, да, с самого утра о том, о чем пишет пресса. Ну, в частности, американская пресса, которая очень не любит Дональда Трампа, нынешнего 45-го президента США. Андрей сейчас может, да, показать. Ну, вот, допустим, The New York Times вышла со статьей, ну, там топовая у них, топ-публикация именно газеты об убийстве в Южном Бронксе, ну, мы как бы, но не относится, да, к мировой какой-то политике, поэтому мы не будем об этом говорить. А вот следующее, с
правой стороны, Трамп у них как раз об этой, ну, скажем так, действительно мировой лаже господина Трампа. Ну, честно говоря, открыли ее первое The Washington Post, у нас тоже есть главная страница. Да. Собственно говоря, их как раз источники нарыли информацию о том, что когда президент Дональд Трамп США, да, Америки, встречался с, прости господи, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом США Сергеем Кисляком, как-то вот он умудрился передать информацию высшей степени секретности. Да? Права он это не имел. Эту информацию о действии и работе ИГИЛ, с которым борется весь мир, ему передал как некий партнер, о котором, естественно, никто не говорит, не называет его. Но, тем не менее, говорят, что, собственно говоря, при передаче этой информации партнер просил Дональда Трампа не рассказывать никому больше, да, в частности, там, каким-то третьим сторонам он взял и ляпнул. Ну вот теперь все мировые СМИ, собственно говоря, об этом твердят и говорят, что ну, в Вашингтоне просто паника, они уже опять не знают, что делать с Трампом, потому что он каждый раз их засовывает в непонятную какую-то сидюковские такие полушария, такое ощущение, потому что, я напомню, мы вчера как раз давали тоже американские и британские СМИ, в которых много рассказывалось о том, что ну, как раз России на руку вот этот вот хаос в Вашингтоне, собственно говоря, вот, пожалуйста, такое ощущение, что Трампом сильно помогает. Ну, власне, про детальніше на обозревателю про цей конфлікт, ну, про цю ситуацію несподівано і про цей скандал ви можете прочитати в статті «Лавров відмовчується, Білий дім приголомшив скандали з блокуючим Трампом». Угу. І там в деталях розписується, яким чином це сталося. Там просто перевод, то, що ми там, ну, так, перекладено українською, російською мовою, ви можете це почитати на обозревателю. Так, переходимо до інших. Ну, дальше у нас там Bloomberg. Bloomberg. Прекрасный Bloomberg, американский Bloomberg. И там у нас есть еще The Guardian. Короче, и вся британская пресса, собственно говоря, и Financial Times, и все остальные. Вот, как видите, у Bloomberg заглавная статья о, скажем так, британском коммунизме. Но этот чувак, Джереми Корбин, который мнит себя действительно оппозицией, не буду проводить аналогии с украинской оппозицией ни в коем случае. Ну вот, кстати, да, у The Guardian, но мы потом остановимся, там у The Guardian есть другая статья, на которую я хотела бы обратить внимание. Ну, зараз мы повертаемся до Блумберга и власне ситуации с Великобританией. Да, там дело в том, что очень такой странный мужичок, этот лидер либерийской партии, у них как раз 8 июня будут выборы в Великобритании парламентские, и они часто с Терезой Мэй проводят такие дебаты, если вы там смотрите или у вас получится как-то на английские, британские каналы посмотреть, вы увидите. Они там, ну, такие баталии, что Верховной Раде, честно говоря, не снилось. Единственное, что они проходят действительно довольно-таки, ну, скажем так, ну, не сдержанно, а по-джентльменски, не друг друга, в принципе, это уважают. Так вот, этот Корбин, значит, слил план, целый план, манифест о том, как они будут при нем, при его власти, Великобритания будет входить в Брексит. И насколько это вот пройдет очень хорошо, все остальное. Ну, так вот, господин Корбин пообещал собрать 48,6 миллиардов фунтов, ну это более там, 62 миллиардов долларов, в виде налогов с предприятий максимально богатых, максимально крупных, для того, чтобы получить огромную сумму денег, которую он направит на здравоохранение, образование, инфраструктуру, причем здравоохранение будет бесплатным, образованием в том числе, что для Великобритании очень странно. Вот. Ну, як ми бачимо, тобто там тема Брексіта не стихає, вона продовжується. І так чи інакше, ми бачимо, що британська істеблішмент британський і британське суспільство шукає шляхи виходу з тієї ситуації, яка склалася, щоб вона перестала бути для них патовою. Будемо спостерігати далі. Цікаво, дійсно, яким чином вони вирішать ті економічні складнощі, які можуть виникнути в зв'язку з цією ситуацією. Ті адміністративні, скажімо так, і політичні складнощі, коли, пам'ятаємо, і Шотландія, і Уельс так, заявляли про те, що вони можуть підняти питання про вихід і провести референдум відповідний в випадку, якщо
Брексіт буде реалізовано. Будемо спостерігати, всім це дійсно цікаво. Ну, наголошуємо, в цікаві часи живемо. Да. Давай, так, Хаффінгтон Пост. Але The Guardian, верні The Guardian. Ну, Huffington Post теж розказують. У них теж дві топ-теми. Це Британія і Трамп, говорящий. Ну, то есть, что будет дальше, никто особо, ну, предположить не может, одни только какие-то догадки, ну, потому что так вот взять и ложануть никто не знает. Так, The Guardian. The Guardian. У The Guardian очень такая интересная штука, после которой мы перейдем к обозревателю. Может быть, у нас там, подожди, у нас там еще La Repubblica есть. И La Repubblica. А ну, открой La Repubblica. La Repubblica у нас зараз пише про... Ось... Да, про Макрона. Да, у них там. А, это Ля Трибюн, это французская газета. И Ля Репаблика. Так. Ля Трибюн, они тоже они продолжают там обсуждать Эммануэля Макрона, у которого было в воскресенье инаугурация. И почему-то внезапно он сейчас перенес с одного дня на другой день представление кабинета министров. Ну, они там. Думают, чего бы им делать, поэтому затяжное. Ну так, скандалы, интриги, расследования по-французски. Да. А что там зараз відбувається в виконавчій гілці влади Франції? Ну, для них це питання актуальне, у них новий президент. La Repubblica, Італія. La Repubblica та же сама, да. Вот вони теж обговорюють в першу чергу скандал, пов'язаний з тим, наскільки Трамп міг би, і що саме Трамп повідомив Лаврову. Які наслідки це може потягти для Трампа і наскільки скандал серйозно розграється зараз в Вашингтоні. Нагадаємо, що і до цього Трамп викликав багато незадоволення і критики як з боку і демократів, так і з боку, власне, певних представників його ж політичної сили, але які скептично ставились до його персони на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Так, ну вот, допустим, у The Guardian, ну, помимо того, что есть ну, там Трамп и все остальное, да, их всех волнует, еще такая маленькая новостюшка. В Таиланде, да, у которой появился недавно новый король, из-за того, что такой возник скандал на тоже инаугурации, на коронации и на разных праздниках, люди фотографировали короля и его свиту и выкладывали в Facebook. Так вот, король сказал, что он заблокирует к чертям собачьим Facebook из-за того, что вот он не давал разрешения на публикацию своих фотографий. Facebook игнорирует его права как там коронованная особа. Ну там серьезное у них законодательство по этому поводу, поэтому, собственно, возникла эта ситуация. Facebook пошел на уступки, сказал, окей, мы удалим весь незаконный контент. Король сказал, окей, мы закрывать не будем Facebook. Вот как бы. Так, вот почему мы об этом, да, почему мы об этом акцентируем внимание накануне следующей, да, новости уже украинской, которую. Речі, да, Андрей. Хотів би наголосити для таїландців дуже серйозну річ. Можливо, вони їм варто задуматись на те, чому їх король так схожий на Обаму. А, власне, принаймні на цьому знімку є. А мені він похож не на Обаму. Безперечно, сходство з ним. А мені на Салика очень похож. І про це теж можна довго розвивати дискусію. Ну, чому на Салик схожий на Обаму? Це буде дискусія для українців. Посмотри на Салик. На Салик вилітить. Ну, власне, Салик це міністр углепрому наш. Так, власне, ми переходимо до питання соцмереж. До наших, да, до наших соціальних сітей. Мы напомним, что сегодня вышел указ президента Украины номер 133/2017, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года о применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер, то есть санкций, и касается как юридических, так и физических лиц. Почему это все произошло? Потому что Россия напала на Украину, отняла Крым, незаконно аннексировала, ну, просто аннексировала, аннексия это незаконное завладение, да, и ведет войну в Донбассе. Вот, собственно говоря, санкции вводятся постоянно, перманентно, но они обычно на полгода, а сейчас на год. Ну, кстати, Порошенко сейчас в Мальте и попросил Европейский Союз сделать точно так же, вводить не раз в полгода, а раз в год и гораздо серьезнее санкции против Российской Федерации, страны-агрессора. Много, да, всякой информации было по этому поводу. Говорили, да, о том, что... Вернее, не говорили, там действительно это есть. Там более 1200 юридических лиц, да, компаний и более 460
Не, наоборот, 1200 физических лиц и более 460 компаний. Вот юридические лица попали в том числе Mail.ru, известный ресурс, Яндекс, но поисковик сам останется, все остальное обещали закрыть. ВКонтакте, социальная сеть и Одноклассники. Ну, помимо там всего прочего, да, это вот что касается медиа, в том числе за закрытые, за забороненными в Украине пропагандистские российские медиа, например, наша любимая «Звезда», «Первый канал», «Россия-24», ну и так далее и тому подобное. Вы можете ознакомиться, если вам интересно, вам, скорее всего, будет интересно. Больше всего в социальных сетях среди, ну, скажем так, более-менее адекватных людей всех возмутило то, что закрываются системы, на которых работает бухгалтерия. То есть это 1С и Парус. Так. Были, значит, очень-очень много что делать, обходить, еще никто прокси не отменял и так далее. Но компания 1С выпустила пресс-релиз, в котором объяснила ситуацию, что особо, собственно говоря, ребята, никакой особой израды нет. Я процитирую. Ну, у нас есть. Вот, да, информируем наших пользователей о том, что использование программных продуктов 1С предприятия полностью соответствует текущему законодательству Украины. Указ президента касается только отдельных юридических лиц. Программа 1С предприятия полностью работоспособна. Техническая поддержка работает в штатном режиме. Все информационно-методологические ресурсы доступны для пользования. Партнеры 1С франчайзи продолжают оказывать услуги по обновлению продуктов, информационно-технической поддержки пользователей программных продуктов 1С предприятия. Пользователи могут получить консультацию по работе решения 1С предприятия как по телефону, так и по электронной почте. Ребята, ничего не изменилось. Единственное, что у нас есть опрос, Андрей. Так, у нас есть опитування, як ви оцінюєте заборону ВКонтакте, Одноклассників и Яндекса. И ось, власне... Отвечу сейчас, подожди, так, чтобы давай, видеть результат. Так, давай, отповедай и скажешь результаты. Так это я, ты тоже можешь. Так, да, однозначно за, это нужно для безопасности Украины. Я вот сюда и поставлю. Ну, ось, власне, мы бачим однозначно за 44%. Я показываю зараз это. Поделитесь своим мнением, Твиттер и ВКонтакте тоже. Ну, пока так. Пока он не закрыт, да, собственно, мы достучались до нескольких, ну и сами крупные провайдеры говорят о том, что да, потихонечку начинают, никакой особой проблемы в этом нет. Так, если зранку появлялась информация, что начебто это технично будет важко выкладывать, то дехто уже, ну, принаймні, джерела в сфере телекоммуникаций прокомментировали указ президента, что в принципі, вони десь з середи вже зможуть блокувати, виконувати рішення РНБО і блокувати певні ресурси. Інтернет-провайдери готові до початку блокування російських соцмереж, так і Одноклассники, а також служб Яндекса вже в середу, 17 травня. Тобто, ну, Укртелеком сказав, що їм необхідно там від нескольких днів до тижня, і как бы все, і нічого такого. Ну, ці взагалі говорять про те, що питання йде лише в тому, щоб указ був опублікований. Да, то есть после он вступает в силу после опублікування, пока он не опубликован, ну, возможно, там завтра, послезавтра это сделает. Ну, кстати, на самом деле очень много лидеров мнений в социальных сетях, ну, как бы, да, этому всему смеются. Единственный вопрос у многих возникает, почему только сейчас, а не 3 года назад. Ну, и говорят о том, что сейчас попрет украинский IT-бизнес еще больше. И куда? Вплоть до того, что, ну, слушай, я тебе потом скажу, через месяц я посмотрю на зарплату мужа и тебе скажу. Вот, то есть украинские айтишники, некоторые даже предполагают, что украинские айтишники будут возвращаться обратно и будут свои стартапы, ну, в том числе по бухгалтерии, по социальным сетям, по другим каким-то заменителям, будут открывать здесь, в Украине. Это очень круто. Ну, тобто, можно сказать, что поле певних социальных медиа и социальных мереж буде трошки вільне зараз, ну, якщо да, буде все заборонено і закрито. І буде можливість створення якихось альтернатив вітчизняного виробництва. Наскільки вони будуть створені, будемо дивитися. Ну, кстати, ми напоминаємо, що якщо вам потрібно послухати музику, пожалуйста, заходіть і регіструйтесь на сайті Обозреватель в радіо АБОС. Вот, у нас там это все есть, вы можете создать собственный кабинет и спокойно слушать музыку, которая у нас, между прочим, играет не только на радиообозреватель, но еще и в студии. Мы часто приглашаем гостей, да, вы знаете, музыкантов, они нам с удовольствием дают
свою музыку, которую мы размещаем у нас на сайте. Вот. Кроме того, ну, мы уже шутим, знаете, обозреватель, он такой, он везде. Единственное, что нам надо, да, создать какой-то почтовый сервис. А так у нас даже есть обозреватель пробки. Потому что если вы заходите на сайт и видите раздел «Кияни», так вот там о пробках мы тоже часто очень пишем. Ну так, власне, про програмістів, які тепер можуть повертатись, так, їм давно вже вигідно повертатись в Україну, ну, продовжують працювати, отримувати західні зарплати, проживати страшно. В Україні зараз дуже вигідно. Да. Так, власне, що, на сьогодні в нас огляд найголовніших подій і новин закінчено. До зустрічі. Да, ми думаємо, що завтрашній дайджест обзор преси буде якраз посвящен, скоріше всього, запрету. Вот этому всему, потому что, ну, даже у нас вышел заголовком «Порошенко обвалил акции Яндекса пока только на 3,5%. Пильнуйте себе, до зустрічі в ефірі. Дякую. Пока.